Катя, с днем рождения! Ты у нас единственная и самая-самая любимая доченька. Вот именно, то, что единственная, это я не хочу. Хочу, чтобы у меня была сестра. Да? Как у меня? Ну, это сложный вопрос, но пожелания хорошие. Вот, мы тебя очень сильно с папой любим. Желаем тебе расти здоровенькой, чтобы у тебя было много друзей, чтобы ты хорошо училась в школе. Слушай все маму, папу, бабушек, дедушек. В общем, расти и радуй своих родителей, чтобы у тебя все-все в жизни получалось. И папа, наверное, да, ты же папа скажешь? Так, слушай, я присоединяюсь к поздравлениям. Мама сказала очень хорошо, красиво. Ну, в общем, я могу только присоединиться. Все твои задумки, все твои мечты, все твои желания, которые у тебя есть, я хотел, чтобы они осуществлялись, чтобы ты сама прилагала к этому усилия, стремилась ко всему этому, и все у тебя будет получаться, я в этом уверен. Ты у нас девочка умная, у тебя все есть, все впереди. Очкарики, вот, они все умные. Поэтому все у тебя будет хорошо. Ну, днем рождения. Ну, а пока нет сестры, вот есть друзья. Да. Я здесь. Давайте, чокнемся, Ксюша. Днем рождения. Днем рождения. Днем рождения. Chips out.